Всем привет! Сегодня мы делаем обзор на холодильник LG Side-by-Side модель GCX257CAEC с технологией Door Cooling Plus и диспенсером для воды и льда. В первую очередь хочу сказать про дизайн. С одной стороны, он очень прост и небросок. С другой стороны, выглядит солидным и премиальным. Панель InstaView выполнена из закаленного стекла, становится прозрачной, если по ней постучать дважды. Таким образом, вы можете заглянуть в холодильник, не открывая лишний раз дверь, тем самым выпуская холодные потоки воздуха. Внутреннее пространство холодильника очень объемное – 617 литров, из которых 412 литров – это холодильная камера. Также холодильник оснащен технологиями, которые повышают эффективность охлаждения продуктов. Система многопоточного охлаждения Multi Airflow служит для равномерного охлаждения по каждой полке. А технология Door Cooling Plus, которая расположена в верхней части холодильника, охлаждает на 32% быстрее и равномернее не только внутреннюю камеру холодильника, но и дверные корзины. В нижней части холодильника расположены два ящика Fresh Balancer и Fresh Zone для хранения фруктов и овощей. У ящика Fresh Balancer имеется крышка Moist Balance Crisper, которая защищает от конденсата ваши фрукты и овощи, но и при этом создает необходимую влагу для данных продуктов. Также на задней стенке холодильника имеется воздушный фильтр Hygiene Fresh Plus, который улавливает неприятные запахи, а также устраняет до 99,99 различных бактерий. Инверторный компрессор данной модели холодильника также необычный, он линейного типа. Благодаря своей конструкции он работает намного тише и экономичнее по сравнению с обычными компрессорами. Отклонения от заданной температуры в холодильнике будут самыми минимальными, всего в 0,5 градуса. Также данная модель холодильника оснащена диспенсером, то есть генератором воды и льда, с технологией UV Nano. Данная технология обеззараживает форсунки внутри диспенсера с помощью ультрафиолетового света. Больше не нужно делать лед вручную. Достаточно набрать воду в контейнер, который находится в холодильной камере, а нажать на дисплее один из трех вариантов, допустим, крупный лед, вода, либо же мелкий лед, и получить содержимое. Спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Мы обязательно ответим на них в следующем видео.